Look, they are crazy. They are big and many. Привет, тут зажигалочка. Смотрите, сколько у нас выросло боровиков под дубом, прямо у окна нашего дома. Это рядом с городом Мадона в Латвии. Сегодня я вам покажу не только то, как мы их собирали, но и то, какой вкусный грибной суп мы из них приготовили. У подножия дуба каждый сентябрь вырастает настоящее богатство – боровики. Боровики – это одни из самых вкусных и ароматных грибов. Их собирать – настоящее удовольствие. Смотрите, какие красавцы! Они растут вокруг этого величественного дуба, словно сокровища, скрытые под пышной листвой. Какие же они красивые! That's incredible. Oh my goodness. Процесс сбора боровиков – это настоящее искусство. Мне нужно быть осторожной, чтобы не повредить грибы и оставить споровую ножку в земле. Я беру нож и, придерживая гриб за шляпку, делаю осторожный срез ножом. Каждый гриб собираю в корзину с заботой и уважением к природе. Собирая боровики, мы не только наслаждаемся этим процессом, но и сохраняем экосистему, помогая грибам размножаться. И, конечно же, мы хотим собирать их тут каждый год. I'm like a small child. Yes. And look at this. Oh. Oh my God. Wow. And this one we also take. Sure. Sure. Someone else will take it if we don't. Yes. И вот уже через несколько минут наша корзина полна великолепными боровиками. Oh, that one right below you. Stop and pick the film big one. A little horizontal. Okay, here comes the. Look at those beauties. Oh my goodness. Oh my God, I'm gonna cut one more and I wanna leave some of them. Wow. If it's possible. Yeah. I've got both. Okay, well that's okay. Look, I've got the baby. That's all right. Oh my God, this year in Latvia, it's crazy, like with storms and lightning and thunderstorms, but also with mushrooms. Oh man. Oh my gosh, full bucket. I've never seen that many that big. Теперь, когда у нас есть такой ценный урожай, пошли в дом, чтобы приготовить из них невероятно вкусный суп. Amazing. Look. That's super nice. Thank you, Lydia. Сначала я аккуратно очистила боровики и нарезала овощи. А потом обжарила овощи, добавила боровики и довела все почти до готовности. Для приготовления супа из боровиков я беру свежие боровички, конечно, сливочное и растительное масло, лук, чеснок, морковку, ног порей, сельдерей, немного душистого перца и лавровый лист, добавляю соль и перец по вкусу и в конце заправляю сметаной и зеленью. В моем случае это петрушка и укроп. Когда суп готов, подаю его в тарелках, добавляя свежую зелень, которую мы только что собрали прямо у окна, а также сметану для нежности и аромата. И вот он, невероятно вкусный суп из боровиков, который я приготовила с любовью, прямо в сердце латвийской природы, в нашем домике у озера. Приятного аппетита! Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас есть какие-то вопросы или советы, пожалуйста, делитесь ими в комментариях. Не стесняйтесь. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы следить за нашими приключениями и экспериментами в Латвии и не только. Спасибо за просмотр и до скорой встречи в новом фильме. Смотрите мои видео и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.